Ребята, всем привет! Давайте дадим личинку мучника. Так, берем и закидываем на арену прямо жнецам. Посмотрим, что они будут с ней делать. Что они... Как они будут на ее... Ну, реагировать на нее будут. Так. Вот первый муравей начал уже к ней подходить. Начал смотреть, что это. Второй подошел, но испугался. Первый же все муравей также на ней сидит все. Вот подошли еще, подошел еще один, и вот еще. Хотят они, наверное, ее съесть, потому что я им давно уже не давал белка. А вот еще один подошел. Мои жнецы очень любят этот белок. И вот они начали уже по ней ползать. Сейчас, наверное, они уже будут ее есть. Вот их уже четверо. Так, смотрим дальше. Вот они ее пытаются разгрызть, пытаются ее напугать. Но она придавлена, потому что их еще не очень, ну, их мало. Так, вот я поменял ракурс. Смотрим. Они пытаются все-таки ее напугать. Думают, что она живая. Вот они впятером ее следуют. Давайте посмотрим, что там происходит у матки. Так. Вот. Матка. Смотрим. Матка недавно снесла большой пакет яиц. И через некоторое время эти яйца будут уже вылупиться из муравьев. Вот это личинки, которые уже превратились из яиц. Они из-за страха растащили их по всему формикарию. Давайте же посмотрим, что там на арене. Вот, они все-таки пытаются ее разгрызть. Ребята, всем пока!